Кто его знает? Если бы сейчас вложил, спросил бы, можно ли купить это здание, то можно его купить, его даже продать. Сейчас проводятся масштабные ремонтные работы. Посадочное здание полностью уже практически полностью ее очистили. И ведь сделано здание в основном священника, которое, как нам стало известно, имеет свойство втягивать себя грязь, всю пыль. Вот копные газы, это примерно светло, 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 светло,